Кто главный в доме? Я главный в доме. Что такое? Вика, мы пошли, вернемся поздно. Сделай домашку и уберись в доме. Еда в холодильнике. Никому не открывай, чтобы телефон всегда был рядом. Хорошо. Ура! Я одна дома! 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 Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу. Я очень долго ждала этого момента, пока я останусь одна дома. И я хочу вам показать, чем же я занимаюсь, когда остаюсь одна дома, и как я борюсь со своими страхами. И перед началом этого видео я попрошу вас, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, потому что сейчас YouTube в последнее время очень сильно глючит. И именно ваша подписка нам сейчас очень сильно нужна. Для начала я иду обследовать весь дом, а еще я включу свет во всех комнатах и открою везде двери. Так, здесь у нас никого нету. Кого? Так, все, дверь открытая. Так, вот здесь включаем свет. Ох, как светло. Еще вон там нужно обязательно тоже свет включить, посмотрите, там тоже темно. Так, хорошо. Открываем дверь здесь. Включаем свет. Так, ну тут тоже никого нету. Дверь открыта. Ой, вот здесь вот сейчас страшненько. Так, включаем свет. Открываем дверь. Так, это я. Тут нету за углом никого. Так. Я все буду проверять. Вдруг тут кто-нибудь есть. Прячется где-нибудь. Какой-нибудь, не знаю. Нет, ну здесь нету. Так, тут все чисто, хорошо. Дверь открыта. Так. Спальня. Чего шумит? Темно. Зеркала. А если за занавесками кто-то есть? Никого нету. Уже темнеет. Так, хорошо. Нужно открыть занавески. Как это делается? Опа. Ну вот хорошо. Ну пусть так и будет. Мне так спокойней. Телевизор. А тут есть кто-нибудь? Нет. Амелина кофта. Как достать? Ладно. Все. Тут все открыто. Кто главный в доме? Я главный в доме. Кто главный в доме? Я главный в доме. Кто главный? Кто главный в доме? Я главный в доме. Ну что, я спустилась на первый этаж. Давайте здесь все проверим. Так, ой, мне неудобно, поэтому свой бластер я положу сюда. Надеюсь, он мне вообще не пригодится. Так, включаем сперва на кухне весь свет вообще, который только можно включить. Ой, это что сейчас? Так, почему? Почему она не включается? А, теперь включилась. Так. О, клубничка. Вкусно. Так, тапочки. Так.
Поняла. Надеюсь, нету никого? Тут нету. А за занавесками? Вот за занавесками реально страшно. Так темно уже! Так. Здесь никого. Здесь тоже. Кстати, видите, у нас тут окно разбито. Ладно. Так. Фух, теперь идем в комнаты. Первая комната – это Амелина. Открываем. Так. Как темно. Включаем свет. У нее тут, кстати, стоит мой домик Лол и мебель. Эх, у него теперь вторая жизнь. Так, ладно, что это я отвлекаюсь. Проверяем за всеми занавесками. Ну, здесь уж никого нету, тут никто не помещается. Никого нету, все отлично. Дверь открыта, свет горит. Кабинет. О-о-о. Так. Здесь такой бардачок небольшой. Тут тоже никого нету. Дверь открыта. Вон там вот очень темно. Теперь ванна. Ух. О, все чисто. Ладно. Дверь мы открываем. Вот так. Что, да? Все, открыла везде. Вот теперь гораздо лучше стало, посмотрите. Более комфортненько, уютненько, кроме... Это что такое? Вы слышали? Я боюсь туда идти. Нету никого. Лестница? А ну-ка. Ого, вроде никого нету. Поставь лайк, если тоже так делаешь. Когда остаешься один дома, прям проверяешь каждую комнатку. Как все комнаты проверила, нигде никого нету. Теперь я прислушиваюсь к каждому шороху, чтобы быть уверенной, что в доме точно никого нету, и я здесь одна. Фух, так. Так вот. Так, я так уже не могу. Я пошла проверять. Тут что ли пищало? Не понимаю. Тут плита выключена. Тут что? Это что ли? Выключено. Тоже выключено. Ничего не понимаю. Так, все, сажусь обратно. А там-то кто? Кран капает. Кто не закрыл? Все. Кто кран может вот так взять и не закрыть? Не до конца. Ну что это такое? Такое? Чего? А тут так откуда звуки? Отсюда. Боже мой. Точнее, сушка. Ух, я уж так сильно испугалась. Я уж подумала, что мне померещилось. Так, нет. Пусть уж открыта будет дверь. Хотя нет. Лучше закрою. А то шумит сильно. Потом еще раз сюда придется спускаться. Другой звук будет отсюда же. И я еще сильнее испугаюсь. Что за это за звуки опять? Это опять игровой
автомат сам собой включился. Который раз уже? Я вас выключила, ребят. Больше вы меня не напугаете. Да надоело уже! Включи мои любимые песни. Послушаем ваши любимые. Еда в холодильнике. О, сейчас с тобой покушаем, да, мой животик? Да, пойдем кушать. Пошли. Ну, я и трусиха. Ну, папа, я уверена, что это он оставил эту маску. Ну, пранкер. Фух, а еще я боюсь, что кто-то позвонит в дверь или придет сюда, и это будет вообще незнакомый человек. Так страшно. Но зато сейчас я со своим, как это называется, тостом с... моим любимым малиновым джемом. Боже мой, как это вкусно! А еще я всегда поднимаюсь наверх и смотрю в окна. Вдруг здесь вокруг дома кто-нибудь ходит и разглядывает что-нибудь. Мало ли тут какие-нибудь. А еще я обязательно слежу за камерами, которые установлены вокруг дома. А еще мне кажется, что когда я одна дома, за мной вечно кто-то следит. Слышите? Никого нету. А еще, когда мне надоедают все эти странные шорохи и звуки, я обычно включаю телевизор или играю в компьютер. А еще, когда я остаюсь одна дома, я никогда не надеваю наушники, потому что мне обязательно нужно слушать, что тут вокруг вообще творится. Обойдусь без звука. А когда родителей долго нет дома, то я начинаю им названивать. Алло. Алло.
Вика, мы скоро будем. Через сколько? Ну, где-то часика через два, наверное. Это разве скоро? Ну, потерпи еще чуток. Ты вообще покушала? Да. Вика, ну что опять случилось? Ты меня отвлекаешь. Ну ладно, больше не буду. О, не поняла. О, тетрадь моя. А где мой тост? Ешь. Я его здесь оставила. Кто его съел? Кто мог съесть мой тост? Пап, ты здесь? Ты дома? Пап, ты тут? Эй, кажется, я знаю, как тебя поймать. Камера видеонаблюдения установлена. Сейчас я поймаю эту воришку. Быстрее. Подождите секунду. Так, постойте. Закрывайся. Сейчас я это вот так свяжу. И я буду смотреть по камерам, где он находится, наш воришка. Вот, я кажется, что-то видела. Так. Папа, выходи. Это уже не шутки. Папа, я тебя нашла. Ты где? Ох, когда успел вернуться-то? Ку-ку. Привидение в доме!